Ладно, сегодня тестирую сборку без браузера и без Касперского. Сборка, нахуй, что? Это, дай там URL, а, вот сюда. Сейчас. Ты нашел какой-нибудь Касперский? Ну, просто закрыл его, блядь. Ой, а у тебя третий или четвертый Pentium? Я не ебу, нахуй, я вообще не разбираю. У него FX. У него Pentium? Не знаю, что у меня, блядь. Хульдрин, тут? Я вот недавно с FX перелетел. Трол, давай ты даешь Эй, Эй дает Фрею, а Фрей дает Трол. Как вам план капкан? Че, я запустил, короче. Так, давай. От обычки отличается? Я и здесь впервые. Не отличается. Ну, отличается. В гранатах сдохнуть, если просто я долго. Главное вовремя задать вопрос. Кто сдохнет, тот пидор. Кто сдохнет, тот пидор. Идем на ачиву дань бессмертию. 1000 ИП. Ладно, хуй с ним. Сделаем первый раз 10 тысяч ИП. Просто задача не понимаю. Магик, дайте им ту. 10, нахуй, ты че, ебанулся. У нас совсем не верят. Люди, кого нету, блядь, тебе просто 25 стоит. Это Вилаша. Там приор, блядь. Я потанчу, Вилаша. Поебать. Ну. Я Боб, можно давать? Не надо. Замечаю, это уменьшит, да, блядь. Ничего не надо давать, там я жирный, блядь. Не, ну скинешь стаки просто. Да, ну да, в принципе, можно в конце, когда он умрет. Так-то да. Я на паладина обычно не хотел эту хуйню, чтобы прожимку не проебать. Ну тут по сути да, тут бомжей одевать, вот типа вот этого бигдемовского, взять мага и полутать ему шмот, ну чисто что это, 30-й шмот сменить на нормальный, чтобы целка хотя бы десярик давать. Ну бигдема нету. Какая жалость. О, смотри, бидон бомж нахуй. Лови, Боб. Ага. Чё, этого пристанет? Так, я заберу этого. Ты того танчи в углу. Геру, ёба. Да, Геру, и хуярьте того в углу, который. Ну, Геру, бидон не встаём. Равника хильте, чё он там лутает? Хуйню какую-то. Так, лужа появилась, сейчас плевок будет. Рейндж наберите там. Если он плеванет, если в миликов. А вот вы ее плеванете. Так, где вы там стоите, нахуй? Разморозил, блядь, нет? Кончился, вот. Видимо, на тебе дебаф, нет? Да, кончился. Вадикон, Вест, Вархит. Мы в центре стоим. Не знаю, сейчас вот разморозил, нет, сейчас вот с дебафом. Да, разморозил. Это только не разморозил. Эвест, а я не знаю, где он стоит. Пизду, пошел он в жопу. Этот самый. Наберите рейндж, милики, разбегите, сейчас будет плевок. Рейндж, все, вышли. Что там в связи с многочисленными просьбами на экшн? Все, вон плевок дал. Давай. Эй, скинь его глыбой. В связи с Эвеста просто хильте. И нарзалейте по бидону, блять, хули он сухой. Может быть еще плевок будет секунд через 5. Все, опять рейндж наберите на всякий случай, чтобы не сдохнуть всем. Бегите, милики, сейчас РДД добьют. Все, вес там 2 секунды осталось. Вот плевок. Успел кинуть. Я не долетела. Ну и похуй. К стене идем. К ордынским щитам. Поближе встаньте. Паладинов вот ПВП нету здесь. Будет разгоняться, когда вставайте в этот в столб, нахуй, чтобы от столба проще лево-право отбежать. Не знаю, милики удобного там нет, хуй знает. Как-нибудь, не знаю, вот так может. А билд с фридомом есть еще у кого-то? Да, ПВП билд. Все, разгон, давайте.
черепок повешается, вон от столба вправо-лево отбегите. Только не бегите, сука, на босса, блядь. Ой, а долбоёбы, блядь. Да там даун какой-то пробегал, я даже вот вижу его, блядь. Это Давенчи был, блядь. Сказал, блядь, от столба, он через стол бежит прямо нахуй. Что, вы слепые, что ли, или чё, блядь? Или вы пануться тут хотите? Сука, бомжи, блядь. Сейчас будет откидывать, вот в столб встаньте, где локовский портал, нахуй. Все пока до откидывания, вот сюда прибегите все, блядь. Вот сюда сейчас все встаньте, блядь. Право-лево отбегаем. Вот смотри, стоим здесь. Вот, сейчас появится черепок. Черепок, вообще ништяк. Черепок в воротах. Блин, конёшься только оттуда. Вот. Куда, блядь? Дебилы. Там какой-то пет чей-то, нахуй. Или это ты, бидон, сдох? Бидон, да нахуй. Бидон побежал тут. Бидон, ты дурачок, нахуй, или чё, блядь? Совсем, блядь, тупые, нахуй. Пизда, нахуй. Когда ебаный босс откидывает вас к стене, вы верните камеру на стену, нахуй, чтобы вы видели рейд, нахуй. Чтобы такой хуйни не было, нужно метку ставить в стену, чтобы... Нужно, один кэм сбегать. Нужно в очко вставлять кое-что, нахуй, чтобы мозгов побольше было, блядь. Не, ну это на, к бидону уже. На персонажа метка ставится, на кого он бежит. Они нахуй камеру поворачивать умеют, еще, блядь, какой персонаж. Ну, нахуй. Видимо, не у всех есть зрение. Вот сейчас у столба, нахуй, черепок стоит. От столба надо отбегать, зрение. Там даун какой-то видели, блядь, стоял, нахуй. Удачи вам с плащами, кстати. А ты не вредишь, что ли? Нет. Только сиди, не пизди, нахуй, там. Жесть. Блядь. Великая победа Орды. Бидон, блядь. Ебать, вообще пизда, нахуй. Я охуею. Это еще наше счастье, что контент прошлый, что у нас ДПС, блядь, пиздец. Шектор, тебе нахуя эта хуйня? Продать. Ну, на 50 голдов стоит так. Изи пачинг. Я понял. В общем, место есть? Есть. Два места есть. Не, просто это правда прям так эпично выглядело. Стоит один человек на окраине, в него бежит. Он убегает, но на то место прибегает бидон, блядь. Матфокса возьму. Сейчас. Так, духаст плащ. Надо, есть какие-то бомжи в рейде? Фокус тебе надо, нет? А у тебя какой? 51-й тебе надо, блядь. Ты бомж. Где-то я обычно. Гейро. Так, кинжал на трансмог. Вот вару дадим. Будет трансможить шем в кинжал. Понимаю. Победа. Великая победа Орды. А чё, можно в двуручку в одноручку? Да я, блядь, нет. Я хуйню несу просто. Хули вы меня слушаете, блядь. Я знаю, что сейчас можно эти даггеры, эти топоры. Вон мардаун да еще. Чмоньте еще мардаун там. Так, вот рыба, короче. Кто сдохнет, тот пидор. Короче, это. Я потанчу босса. А, нет, пизду, ты танчи босса, ты косты сбивать. Хотя нет, там забьют косты, нахуй, там 3ДКшника. Я потанчу босса, а ты води бабку, короче, к боссу. Я думаю, там сбивать не надо будет, воровать все нахуй будут. Нет, косты-то надо сбивать. Ну, косты, да. Короче, запустил пока. Ворота и вулкан тут бьются, если кто не знает. Да, и станется ворота. Не слышу фулл ДПС Джараксуса? Я не услышал. Приоритет сразу ворота залить. На вулкане там, короче, на первом вилаше там настакаешь стаки и дашь прожимку и шектор. А на второй вулкан, если будет, то уже вархель. Ну и там по мелочи добавить еще хилы, можешь гимны там зачитать.
мальчики, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится... Так, проверяем FPS. 43 кадра, ебань. А ну нахуй. Это еще бой не начался, сейчас посмотрим. Сейчас 3 кадра будет. Просто Ctrl-R нажми, что ты туда наводишься. Все, Ctrl-R нажал. Я его, если что, в центр отвожу всегда. Покорен мне, демон. Эридарский бич пылающего легиона. Сейчас мы тебе пизды дадим, блять, бичуган. Или он нам даст. Ты кинь шотнет сейчас весь рейд, на. Портал бьем. Зергаем, точнее. А притона чё, похилим метку? А, вот. Бабу под босса. Я его ешу. Нокдаун что-то меньше войда дает ДПС, а не так. Я опять забыл переодеться. Я понял, блядь. Не забывай переодеваться. Так, чё бы сгонять? ТТГ 10 КД, что ли, у меня? Да, КД, блядь. На всех персах? Да не на всех, вроде. Двумя я ходил, друидом и ДК. Надо другими еще сходить. Не знаю, если наберется кто-то. Притон, какого хуя в луже стоишь? Ульдуар у нас без КД. Ульдуар, ну ладно, ульдуар можно, потому что там режим тренинг сочный на шамана. Вулкан свищи. Зергаем вулкан. Сейчас выпадет первый инфернал. Давай. Шектор сокру. Себя захили. Уже сейф-то киньте, блядь. Ну хильте, хильте, ебаный миликов. Все, вулкан этот, зауешивайте инфернала. А то они по на уешку дают. Ой, дом жив, блядь. Вадикона захил. Бомжи. Где ж нахуй лужи-то льете в милизоне, блядь? Бомжи, хули. Это хули дринк, наверное, разлил, он же там и сдох. И остальные тоже сдохли. Как на притона просто посмотрели, подумали, так и надо. Поздравляю, Керус, как дела? Вам бичам не стыдно самим, что вы такие бичи? Босса доигрываем. Да, позор позорный, блядь. Так, утешение анролл. Где оно там? Есть, нет? Да. Трофей Вангарда. Вот, а как эта метка ебаная работает на кабане? Ну вот, на третьем боссе. Ну, вешается черепок, значит, на человека. Значит, на этого человека бежит босс. Вот, если на его пути кто-то есть, он ловит ярость. На каком кабане? На белом. Рёв. Штаны кому-то надо? Там же стрелка показывает, да, куда бежать. Какие-то штаны. Холидринку закинул, дай ему обмен. О, топор тебе. Если на человеке метка, он, ну, то есть никак не убежит от нее. Нет, он почему? Не нет, он выбирает цель и бежит в нее, где она стояла в этот момент. Вот, вы разбегаетесь стояла, от нее. Это ключевое. Да, где все она должны стояла. Выбежать. Он же должен бежит, удариться прям... в стену. Не, за, вот, не, за меткой он не бежит. Он в стену ударится. Ну, он в стену, он, то есть выбирает, ну, цель. И бежит по направлению, где она стояла туда. Да, они да. Автопилотом, как ну, ракета, блядь. Ну, просто когда он у нас врезался, челики стояли. Там один застрял в столбе, нахуй. Бидон, блядь, почему-то в решетку побежал, когда стоял в столбе. Просто побежал на то место, куда босс врезается, блядь. Ну, просто я не знаю, нахуй. Ну. Я ее вообще проигнорировал. Я как раз камеру не стал сейчас смотреть дебаф и побежал с этой меткой. К счету... Потому что там стоял ПС, ну, смысле, к счету орды. Отойдите к счету орды. Так, сейчас.
любому. Знаете, пристабов. Этот бой сейчас ПВП. Значит, вытаскиваем контроль, вихрь, корни, что там, станы, фир, всю хуйню, овцу там, блядь, диспел, блядь, всю парашу. Значит, цель, которую бьет рейд, диспелить будет мордаунд, так как самый слабый ДПС у тебя. И смотри, не сдохни, уход в тень, тучка ПКД, если тебя атакуют. Значит, если мордаунд... Здорово. Смотри, запоздание. Этот, мы ВК сейчас, если что понадобится, может слабого ДД кого-то заменим на Ануба. Значит, первыми зергать будем. Вот они удобно стоят. Значит, это, скажи мне нахуй, кто она, блядь? Лока. Лиса. Сирису, Лиса. Да. А второго... Лиса. А второго... Лун идет узел или Луна, Алису. Я говорю, первого будем убивать Сирису, это Лок, звезда. Второго будем убивать Ханта, это Круг, это Алиса Лунопарт. Второго. Первого Лока, второго Ханта. Вот. Значит, мордаунд, диспелишь с нее по КД, даже можешь не дамажить, чтобы хоток не было хиловских на ней. Значит, если мордаун сдохнет, геншин и ПС, имейте в виду, ваша обязанность это будет. Потому что если все три приста сдохнут, это только хилы смогут делать и бидон. Вот, нужно, чтобы вы живые были, шипешники, и диспелили по КД. Но вы ПС с геншина пока дамажьте, если мордаун сдохнет, геншин начинаешь диспелить. Вот, фиры, все вот эту хуйню по КД расфириваем, если эти пидоры подходят, контролим. Значит, Вилаш, ну ты гриппать будешь, давай, вот это, рога твой будет. Чисто на него там оковы и притяжка. Так, ему в помощь с этим, сейчас скажу, на связи, вот. Ты прям, это, тоже в танка спекнись и бегай с Эвилашей. Вон он туда убежал, вон к нему туда подбеги и там с ним встань. Сейчас стой, ничего не гриппай. Это, стой, не пуляй. Это самое, значит, ты ему помогай этот треугольник гриппать. Дальше, значит... Есть у нас кто там? Луна. Луна. Это притон. Ты не сдохни. Смотри, на него частицу можешь варихель дать. Этот босс, если что, не таунтится. Только контролится. Притон, ты по КД в него, значит, изгнание и эфир. Изгнание и эфир. И чередуешь эту хуйню. Три изгнания, три страха. Чередуешь. Дальше, значит, Холипала. Холипала, сбиваем косты. Кто нас может сбивать, блять? Топа на Холипала смотришь, сбиваешь. Самое главное, свет небес. Остальное, ну, станлочь там, как по возможности. Так, что там, шипешник, хила нету. Так, Тирий. Тирий, где там вар, блядь? А, вон он, вар. Вар квадрат. Имейте в виду, вот квадрат, треугольник, это вар и рога. И сейчас еще ДКшник. Вот ДКшник, это будет крестик. Это самые опасные милики. От них бегайте, контрольте, корни им кидайте. Вот остальную всю чепуху. Вот этого вот, допустим, шаман, самул, тоже ему жабу, там, блядь, сбивание костов. Нузл, нузл, это вот этот петух. Чё, даже метки на него не осталось. Нузл чудодей, короче, вот этот долбоёб. Ему просто, ну, то у нас там, ДКшники, сало закидываем, косты ему сбиваем, так, мимоходом. Он не шотнет нас, у нас это, ХП дохуя не то, что раньше. Всё, значит, мы заходим с Вилашей с той стороны. А сюда в рейд будут гриппать, значит, Хукмастер, Хукмастер, ты... Ты, короче, в рейде стоишь, вот где вы стоите, возле столба. Вот, ну, примерно здесь, где сова стоит. А ты, Хурюк, подбежишь и грипнешь Сирису в центр примерно, в эту звезду. А из центра, Хукмастер, ты с Хурюка грипнешь Сирису, звезду. Все, теперь чек на пул, мы пойдем туда. Мы вдвоем рогу держим? Да, то есть у одного притяжка закончилась, второй помогает. Чтобы он в рейд не пришел. То есть одновременно только гриппы не сливайте. Ну и оковы по КД. Оковы и притяжка, больше кнопок нету. Все готовы? Там кто-то не готов был? Ну и похуй. Это самое. Он дает счет для танков. ПВП. Играем ПВП. Не умрите. Нали и башим. Грипп, грипп. Где это грипп? Притяжка где? По звезде. Фир. И вторую притяжку. И я уешьте. Все, мы сейчас все это контролить будем. Так, даю вихрь по ДК. Все, вихрь. Хегера будет?
Да, Геру, давайте. Вихри расчехляем, корни, всю хуйню. Они сейчас все равно в рейд пойдут. Вихри, корни, злобный, водикон, работаем. Бегаем от квадратика. Когда убьете звезду, скажите мне. Мертва. Кружок бьем. Кружок гриппаем, бьем. От креста отходим. Блять, крест долбоеб ебаный, блять. Чтоб тебя, блять, тварь тупая. Как звезду убьете, скажете. Ну, вроде бы уже круг бьем. Да, кружок. Замедляйте, превращайте. Да-да-да. После круга... Фир давайте вот это всех. После круга звезду заново бьем. Да ебаный Тирий нахуй. Ферните это пидора этого кто-то. Заебал он. Отбегите от них, я корни дал. Отбегите от них. Мертв. Звезду бьем, мага чудодея. Все. Так, после звезды череп. Всю остальную хуйню контролим. После звезды череп. Давайте добивайте звезду. Кто на шамане сидит? Херлин кастует спокойно. Шаману сбивайте косты. Сбивайте всем этим пидорам косты. Дайте эфир. Звезду быстрее зергайте и черепок играем. От крестика отбегайте. Помогайте его законтролить. Бегите от него, хули вы стоите. Все, корни дал. Звезду быстрее. После звезды черепок. Зергаем это хил. Все, черепок зергаем. Луну контролим. Где это? Изгнание по нему. Мас диспел дайте. После луны этот. После черепка играем. Давай сейчас звезду поставлю на шипешника. Вот шипешника звезду бейте. Фридом с ДК бы хоть сняли. После звезды, короче, ромбик ебашим. Хулипало. Да ладно, какой-нибудь другого хила, он почти не кастует. Там хилов больше нету. Дерево в изгнании, зачем его бить? А, вы добиваете его. Бейте этого, ромбик. Он бабл в конце повешит, там еще здесь пылите. С овергиром тут нехуй делать, конечно, они понерфленные, блядь. Раньше надо было, чтобы на танке сидели милики, а сейчас похуй. Этот, кого, блядь? Ну давай. Давай похуй вот этот крестик и бьем тогда. Друида продолжай контролить, он нихуя не захилит. Потом давай квадрат бьем. И Рогу заодно там можете разделиться и того бить. Диспальте с вана. Все, пошли рогу.
Так, с мобом никто не говорите, а то будет вайп. Так. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная тапки, меткость РП надо кому-то. Нас ждет битва с королем Личом. Злобный Керус. Я на транс собираю. А тут нажми, блядь, кнопку, и ты сразу возле инста ресаешься. Ресать дольше, чем ты сам встанешь. Так, бастион решимости. Так, отходим к воротам. Так, значит, что у нас тут? Вальки. Значит, Вилаша, мы с тобой танчить будем. Если что, значит, я буду черную начинать. Ну, то есть, черный цвет беру, белую танчу. Ты белый цвет и черную танчишь. Когда смена идет, если вдруг рейд это а меняет... Кто-то будет ловить? Да, если будет этот рейд менять, значит, цвет, то мы с тобой меняться мобами будем. Я буду брать, ну, цвет, чтобы я видел всегда, какой цвет надо рейду брать. Понял, да, короче, смысл? Потом, когда перебежим, сменишь тоже цвет. Так, теперь ловить будет, давай, на связи. Кто там еще? У кого танки есть? Ну и давай, кто еще спикнулся? Хурюк, Хлюдрин, Крарник, Керус. Спикаться обратно? В танка. Кто там а что ловить надо? Сейчас увидишь. Кто спекнется еще? Рарник спекается. Так, Рарник, ты давай вот тут посередине, получается, слева. Там, когда перебежим с той стороны. А ты на связи, короче, вот здесь вот. Видишь, где медведь бежит? Вот здесь, с этой стороны. И вот, вот так вот бегаешь, ловишь от стены, чтобы шары не прилетели в рейд. Значит, смотрите, когда рейд под темным, вы ловите светлые шары. Если они прилетят в рейд, это минус пол хп сразу. Имейте в виду. Вот. Когда цвет рейд меняет на белый, то есть берут белую хуйню, вы ловите черный уже, не пускаете по возможности. Если они шарики вместе летят, все ловите, и то, и то. Понял, да, на связи? Да, а... Нам менять надо что-нибудь? Или под черной быть? Ну потом поменяем, когда потом, рейд, то есть поменяем. Когда рейд будет перебегать. И когда перебежим именно. Именно когда перебежим, понял. Мы там поменяемся. Короче, сейчас ты под белый. Этот, на связи. Значит, ты Вилаша, ты под белый. Ты танчишь эту кружок, я звезду. Потом поменяемся мобами, если рейд будет менять цвет. Поменяемся просто мобами. Проверка. Там песы. Я под белый, ты сказал? На связи. Да, ты ловишь, потому да, что да. Белые. Да без песа начнем, если что. Хули тут ДПС нормально должен быть. Этот. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Если сильно просядет рейд, там Геншин на ХП, знаешь. Сейчас смотри, Эвилаша, если на меня будет таунтиться эта хуйня, ну, на меня срываться, ты с меня не забирай. И забирай только если она, ну, чтоб таунт не проебать. Забирай только если она на ДД сорвет. Сейчас у меня берса пройдет, уже потом заберешь. Сейчас, в принципе, можешь забрать, не знаю, какое-то магро. Вон в рейд летит шар белый, смотри, минус пол хп, нормально? Это вот со стороны, кто там, Рарник бегает. Тут где танки, жопа стоит, танков сюда не прибегает, тут мы стоим. Все, эту же хуйню убьем. Следующая либо опять черная будет, либо будет надо будет менять. Вы темные пропускайте в рейд, а? Убивайте каст. По возможности пропускайте темные. Если два шарика вместе летят, то не пропускайте, похуй. Потому что один шарик прилетает, это минус пол хп у рейда сразу. Вот
Так, смотрим. Следующая способность 10 секунд. Готовимся. Так, вот белые летят, слоем. Влаш немножко с другой. Все под черный, нормально. Значит, сейчас воронка пройдет. Дайте какой-то массейв. Шектор или Варахель. Вот, воронка прошла. Смотри, Эвилаш, я беру белую и забираю кружок у тебя. И мы переходим. А ты заберешь звезду и возьмешь черную. Переходим. Сейчас, следующий. Мне тоже черную брать и черные не пускать. Да, черные сейчас не пускать. Рейд под белый. Вы под белый, а вы что половина в черный? Кто, сука, черную на белую не сменил, смените быстрее. Сейчас следующая способность будет белую требовать. Теперь черный вред не пускаем. Внимание, все сейчас под белой ДД должны быть. И бить кружок надо под белой. Все, светлая воронка. Вот воронку дает звезда, мы бьем кружок. По ней дамаг увеличенный, кто белый взял. Все, ну, в принципе, сейчас добьем. Два баскетбол целый. Так, багруха надо кому-то. Ну, на кота сейчас, короче, зайду. Угу. Там где вторая? Ну, выбора нету, блядь. А вот что думали, он по КД будет падать. Тапки на энха, блин. Надо кому-то. В бидон будешь энха собирать. Так, защита уклонения. Это распыл. Не-не-не, дай вару. Не пыли. Не смей пылить. Наверное, не успел, я вышел. Да похуй, короче. Злобному надо. Ладно, да. Так, давай заходим. Так, ну запустим пока что, упадем вниз. Не знаю, не смотрел во время боя сколько кадров было, но вроде нормально. Кто шарит на Доне Tell Me When вообще? А что там шарить? Мне нужно понять, шарить? Вот чтобы у меня отображалось КД на прикосновении вампира. Это какую нужно поставить ее? КД. Cooldown, buff, debuff, reactive spell или ability. А какой там КД, блядь, на прикосновение? Buff, debuff. Это debuff. Ты вешаешь на тарелькову. Нет, ему надо КД у тебя, у персонажа, или как на цели висит? Получается, вот у меня окошко, чтобы я видел, чтобы в окошке у меня был... Увеличить. Понятно. Ты вешаешь это как debuff на цель. Ему надо кулдаун, я так понял. Так а какой кулдаун? У него нету кулдауна, блядь, у прикосновения вампира. Ну я не в курсе, спрашиваю просто. Ну, у прикосновения... Блядь, там и так. У него нету кулдауна, о чем ты говоришь? Ты, ну, точнее как-то скажи. Там и так видно прикосновение вампира, чуму и боль, блядь, ее видно. По КД, по так... секундам все видать. Ты, короче, что хочешь? Без Талмивайта. Суманите, пожалуйста. Не, ну может ему надо удобнее, чтобы где-то на экране это было. Так, не ходи, ну просто вынести его и все, что мне это... Ну так, чтобы вынести, это надо дебаф. Дебаф нажмешь там. На цели. Которые вот... Талмиваю, прям прописываешь все это дело. Пошли, и делаешь дебаф-бебаф. Да вот, пиздим. Лича. А, натуре, сука. Давай его хуярим. Блять, тварь. На все лодки хуярим. Ну все, нас так жив, наверное. Сейчас, наверное, присаживаюсь с Саманем, нас так жив. Давай, давай. Бля, у него всего 40 лем. Да, да он, блядь, ебать, он вообще дрищ нахуй. Ну, я говорю, Гера с пула нахуй. Надо, задача одна закопка, чтобы была у нас. Сейчас мы курицу еще вызовем. Только не спульте голоса, блядь. Ну вот я и пошел подальше куда-нибудь в угол. Смотрите, особенность в чем?
это. Надо протягивать время. Вот когда он закопанный, да? Сколько он там, блядь? Минута 20 на земле, минута под землей. Вот, с пула таймер включается. Я буду на боссе. Я вот не знаю, водить не, в принципе, надо увести. Или рейду убежать лучше. Че? Лава, это пусть на связи спекнется. Рарник пусть в ДД. Надо два танка там. Ну да, Эвилаш, а ты и на связи в танка. Рарник в ДД. Так, короче, этот самый... Да, на связи с Пекаси. Значит, смотрите. Тут выходят мобы, значит. С кружка со звезды. И с ромбика. И треугольника. Вот. Нам нужно их контролить. Значит... Мобы, которые ближние к мобу, к боссу, вот с ромбика и звезды, они должны вами, ДКшниками, подводиться. Вот и Вилашей на связи. Вы берете себе по мобу, подводите под жопу босса, ставите на лед, и мы их там зергаем. Фишка еще в чем? У мобов есть каст. Каст, теневой удар, вот этот, его надо будет сбить. Ну, он обычный, сбивалка сбивается, заморозка разума. Либо станом каким-то. Это может, это могут делать ретрики. Значит, остальные два моба, которые дальше, две пачки мобов будет на фазе, то есть за минуту 20, они должны быть законтролены двумя пристами. Кто это будет с пристов? Кто уверен в своих силах? Геншин. Так. Валентас. Этот. Будешь со стороны, где ромбик, треугольник. Вест. Точно сможешь? Не... Это самое. Точно сможешь? Все. Со стороны это звезды и кружка твой моб, который дальний от босса. Вот. Задача в чем? Значит, вы даете им оковы и смотрите на хп мобов, которые под боссом бьют. Когда их уже заливают, надо оковы снять каким-то дамагом, чтобы мобы пошли. Вот. Но еще фишка в чем? Они могут этот, в каст попасть. То есть нужно, чтобы кто-то, если что, каст сбил. То у нас может на рендже касты сбивать. Маги могут контрспел дать. Потом что еще? Притяжку могут ДКшники дать. Вот ДКшники оставляйте притяжку на этот момент. Если вдруг мобы будут кастовать. Ну, если они зароются, там вообще пизда. И еще, нужно, чтобы эти шары сверху, их всего 6. Нужно, чтобы их никто не бил. Вообще никто их не должен бить. Все моры, нахуй, семечки, всю эту залупу убирайте с панели. Чтобы вы не... Чтобы вы, да, звездопады не юзайте. Дамага и так хватит. Значит, это. Звездопад, он в самой крайней точке, вот там, возле льда, где-то можно прожать. Вроде там не достает по сферам. Нужен ответственный челик, кто будет разбивать. Геншин, это ты, наверное, будешь? А, хорошо, не в Дисе. Кто ответственный, чтобы шары вон, разбивал? Слышишь, Эвилаша пусть с пула под себя притянет один шар сразу. Да, это понятно. Один шар он притянет. Я босса буду уводить к этой, к паутине. Нужно, чтобы потом, когда вот этот, на, ну, разобьете. Короче, это. Вадикон, ты, короче, будешь в пизду. Это самое. И на переходке, когда минуту босс закопанный, все играют по скоробеям. Там будут жуки. Что я буду? Шар разбивать, на который будут идти шипы. И еще будут кидать бопы, значит. Первый боп, давай, будет кидать Шектор. Так, он будет вот, ну, сюда как раз идти, я босса отведу, шипы будут идти сюда к вам. А второй боб будет кидать, давай, Рарник. Вот, ну, а третий там Хулидринг, если что, Вархель такой подстраховочный. Наша задача, что, Гера с пула, ну, готовьте прожимки, все. Вот, и задача, чтобы была одна закопка. Потом, когда он выкопается, мы продолжаем эту же тактику. Жуки также будут по КД выходить. 4 жука. Также двое в оковах, двое ДКшники подводят под босса и зауешивают. Смысл в чем? Эти жуки, они выходят по КД даже на последней фазе. И их надо продолжать заливать. Вот только это, там, когда уже мало ХП, там, не знаю, пару лямов останется. Там посмотрим по ДПСу. Только тогда уже можно будет остальным пристам контроль раздавать. То есть, чтобы 4 жука в контроле было. И там уже босса все, добивать. Все понимают, зачем боб дается. Боб сдается, кто не понимает, зачем. Я. Короче,
лужи ледяные есть, их всего 6 этих шаров летающих будет. Если мы их дохуя разобьем, ну, мобы будут взрываться, мы вайпанемся, ну и пизда будет, просто вайпанемся. Значит, этот самый, когда на вас преследует босс, ну вот вы стоите здесь, да, я увел босса туда к паутине, на вас повесилась метка красная такая. Вы стоите рядом с лужей вот здесь, где был босс, и ждете. Значит, эти шипы идут к вам, они доходят, метров 10 остается, дает Шектор по вам боб. Вы с этим бобом стоите, смотрите на КД боба. И смотрите, там 10 секунд будет, 9, 8, 7. И вот примерно секунде на 2, на 3 прыгаете в лужу льда. И тогда шипы об нее взрываются. В это время, пока челик с бобом стоит, весь рейд уже съебывается в сторону паутины. Для того, чтобы босс, когда выбирал следующую цель, он до нее долго шел. Нам нужно растянуть время. Короче, ладно, это все пиздеж. Давайте просто по... Так, все правильно, на звездочке кружке надо дать окову и диспел, да? Тебе надо дать сковывание нежити по мобу, который дальше от босса, который ближе от босса, его берет ДКшник и подводит. Когда этот моб, который ДКшник подвел под босса, его зауешили, там два моба, то ты... стреляешь чем-то там с жезла, из чего своего моба, он освобождается, и ДКшник его забирает, подводит или грипает, и его тоже заливают. Все, понял. Так, что босса танчит? Босс и я, Войд. Два ДКшника подводят жуков. Так. Давайте, готовьтесь. Готовьтесь, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Фул ДПС. Геру даем, кстати говоря. Максимальный ДПС. Там неистовство отключили, что у тебя там? Жуков, а где лужа? Не вижу под боссом. Лужа есть? А вон она. Лужу. Надо в лужу поставить, жуков. В лужу, жуков. Я уешим их быстрее. Ну вы будете их уешить или нахуй надо? Я же говорю, их надо убить. Все, вторых подводите сюда. Вторых подводите. Вот Фокс, Рес и Приста. Сейчас еще пачка жуков выйдет. Ну быстрее заливайте их. Алло, нахуй, вы будете играть или что? Или вы думаете пиздец? Жуков-то задотывайте, заливайте их. Вот вторая пачка вышла. Где оковы? Приз сдыхал. Вот эту пачку жуков заливайте. Дамага хватает, чтобы за одну закопку перевести. С лихвой. Уже уйдешь? Да, кстати, я про это забыл. Он сейчас уже зарывает. Уже поздно, я не уйду уже. Че, сейчас, ну, одну проебем. Жуков все играем вот в этих. В них надо играть, прием, их бить надо, блять. Алло, сука, ну не стойте просто озеро, так. Озеро. Возле озера надо разбить. Уже. Сейчас там разобьют этот. На ком там черепок? Вот иди, боб, на него готовь. Жуков бьем. Жука большого бьем, сука, рейд. Вы будете играть или что, блять? Ну челик один только бегает, не вы все, блять. Когда он там стоит, все сюда идут, нахуй. Заходи, сюда. Заходи. Вот. Блять, сфера пиздец. Ладно, похуй. Следующий боб, кто там дает? Черепок, отходи к луже. Вот рарник. Вот рарник по нему дашь. Так, выкапываться будет через 15 секунд, нормально. И надо лужу, ну вот эту вот разобьешь возле звезды. Только это, притяните лужу возле звезды в круглую платформу. ДКшники, быстренько подбегите, притяните. Все, кайте эту. Все, сейчас 3 секунды босс это вылезет. Вот, и там ее разбейте. Ага, о, красавчики, молодцы. Это Парюк взял. Молодец. Все под боссом. Быстренько подходим сюда. 20% надо перевести. Все так же играем, контролим, все так же. Хуярьте. По боссу больше. Пачка первая жуков вышла. Жуков бить надо, не забываем про это. И переводить, и бить жуков. Фулл АУЕ. Фулл АУЕ даем по этой хуйне. Может жуков убьем? Мы их и бьем, блять. Мы их бьем. Не через босса. Это, убивайте. Вторых освобождайте. Освобождайте быстрее вторых. И подводим их. Босс переведется. 33%. Да ебаный, блядь, рарник, нахуй, успокойся. Подводим жуков и бьем. Подводим жуков и бьем. Бьем жуков.
Бьем жуков, бьем жуков. Хилим. Все, осталось метки захилить. Топа, кош нажми. Эй, глыбу нажми, блядь. Скиньте эту хуйню с себя. Вы что, не видите дебафы, блядь? Все, хилим, все, нихуя. Жуки также подходят. Эту пачку тоже бьем. Два контролим, два бьем. Прием, как слышно. Все, рейд держим на половине хп. Нихуя страшного. Рарник бабл нажми. Ну сбрось стак с себя, сдохни сейчас. Вот, и дальше бей. Нефтебес, когда каз будет по жукам. Жуков заливаем. И босса, и жуков одновременно. Все, хуярим. Главное, не уроните никого. Вот злобный резний Мэтт Фокса, еще он побьет. На, те, на ком метки, хилы больше хиль. Тебе вес себя захиль, ну ебаный, ты сдохнешь. На тебе метка, ты видишь, нет? Жуков подводим. Злобный ресы Вадикона. Ты тут? Ресы Вадикона. Мэтт Фокс вылетел, хорошо. Зауешим. Уешим жуков. А не, чё, а чё за хуйня? Чё это за хуйня, блядь? Жуков. Вообще босс не убивается, нахуй. Падайте. Я тебе говорю, рано перевели. Да нормально, блядь. Видишь, жуки выходят, блядь. Их надо сливать, босс вот ещё бить. От мелких были вот хуйня. Да и хуй там на неё, блядь. Секунд. Она не шотала никого. Она никого не шотнет, блядь. Хуй на эту хуйню. Да тут... там звездопады нельзя юзать. Почему, тут... зачем звездопады юзать? Да, пизду, похуй. Пускай юзают, блядь. Побольше вайпнемся. Тоже... Я скинул... Ой, мы кинул это покаяние, а он взял и сбили покаяние. Ёбана в рот. Все то же самое, только имейте в виду, надо убить пару пачек жуков одновременно с боссом. И босса бить, и жуков подводить, и бить их. И нужно убить 4 жука до того, как следующие 4 выйдут. То есть первые жуки подходят к боссу, танки их подводят, там ДКшники, они агро ЛПшками в одного таргет хорошо набирают. Так что, блядь, с агротом проблем ноль должно быть. Все то же самое, блядь, ну, нихуя сложного, просто больше ДПСа. Ну и давай, наверное, Геру на последнюю оставим. Плюс двоих могу контролить, взяли, сбили контроль. Одного я могу фирять, другого сап. Там еще, ну, дохуя хп у него было, сколько там, 20%, это что? 8 лямов. Это еще рано заливать его, ну, жуков рано контролить. Надо лямов до 5 хотя бы довести, потом уже контролить пачку следующую. Нет, у нас 4 пачки бомжей, мы можем бомжами в конце откидаться по жукам. Не, бомжи это пиздец. Дело в том, что бомжи, они... А, эти, да, коварные не собьем. Они... Хистория зашел. Давай кого-то ДПСа возьмем, блядь. Вот. Мэтт Фокса почилить. Кого еще там? Хистория, заходи. Он без Дискорда пока. Просто его прими. Тут надо ДПСа побольше в этого пидора давать. А что у нас, срез хила есть какой-то? Я перекинул, я срезал. Так, вот Фокс, пока портанись. Да, надо резать хил. Да я резал хил. Давайте. Сразу шкал, же, шкал. Перед фазой я перекинул яд. Захиливается рейд нормально. Главное вот эту хуйню с жуками и по боссу. Надо просто больше давать и по боссу, и по жукам. Имейте в виду, навес ледяная, если глыба вешается, вот эта метка. Если вы маг, рога, там кош, то есть заюзывайте, сбивайте эту хуйню. Стилка подка. Точнее какая? АПшная. Так, Мэтт Фокс, тебе не надо никуда ливать. Эрдруга нам бы пиздец. РБК, что ли? На 100 силы титана. Я не знаю, может хила какого-то сменить. А чё, ДЦ у нас есть? ДЦ же есть. Может быть, Геншина свичнуть? Куда свичнуть? Ну, в хила. Нахуя? Ну, вроде бы у вас был не профил. Да как не профил-то? Фокус, чё там было? Там не нужен же больше. Тут 2 ДЦ. Где? С хилом? Что там было? Это нормально там все было с хилом? Ну, Рахель, Шектор, Бидон.
А с абсорбом есть? Так я с абсорбом скинул. В смысле с абсорбом? Там payroll шоу, я с абсорбом скинул. У тебя написано исцеление. У меня идет исцеление плюс абсорб. Все на... сразу. Это Стелс так считает, он всегда пишет. Угу. Он всегда пишет, как исцеление. Так, вот а чё... так а что за хуйня? Ну я удалил. Вот. Блять, ну а этот. Ну, значит, надо менять, я хуй знает. Эвест, на Эрдру. Этот. А у фокуса где абсорб? Точно такой же. Они идут вровень, там 200 тысяч разницы. Ладно, тоже менять тогда. Этот. А кто у нас там есть на замене? Так, кто там в гильдии онлайн? А инвалид же. Скилл же там. Рестор написано, но... Мы умерли из-за того, что жуки начали ебать хилов. Их танки не держали. Вот первый я умер. Этот самый... Пошли старфолы, срыв огромный. Хилы, хилы, пошло, хилы, ебать, хилы... Хилы, братки, вставайте ну, за спиной медведя, чтобы жукам до вас было сложнее дойти. Не могу пригласить члена... Так он клевает же. Так, давай пока этого приста оставим. Ивест пока портанись. Давай Мэтфокса субнем, в Эрдру его спекнем. Кто клевает? Ну, жук. Никто не клевает здесь. Что, накурились, блядь? Никто тут не кливает. То есть в пачке там с людьми не стойте, на вас агро этих будет, жуков. Ну, ДКшники, если что, ЛПшками начинайте, таунт не проебывайте. Если на хилов срывается, таунт давайте. Я не знаю, у ДКшников должно быть. Сейчас мы еще топус истории заставим на хотя бы первых мобов. На кого напуливать? Топа, твои звезда, кружок, история. Мы можем за один этот, без геры, короче, можно перевести за одну закупку. История твои со стороны ромбика, треугольника. Давай Мэтфокс в дерево, покидаешь омоложение, буйный рост. А слышь, на кого напуливать? Какие танки там со сторон, скажите, кто с какой стороны? Я где звезда и этот, печенье. Это был на связи. А с ромбика? На связи, да. Там и Вилаша, который без голоса. Угу. А, ну давай я на ту сторону пойду. Разницы нет. Только не проебитесь там. Все, проверка. А вы с оброта пьете или без? ДПС. Лилок написал же. Так. Сил природы там надо еще, да? Тотем. Да, что-то от сил природы, да, бидон тотем надо. В конце. Выставь там, чтобы у тебя ставилось в конце. Я тебе говорю, можно без геры перевести за одну закупку. Я геру на пулу сейчас с пула не будем отдавать. Сейчас мы ее на последнюю фазу оставим. Но жуков надо бить, имейте в виду. Мы потому что не зальем босса пока, две пачки жуков у нас не хватит контроля, мы упадем. Надо жуков сливать. Вот посливаем пару пачек жуков, ну там по берсе, там дохуя времени до берсы. Все готовы, дает счет. Меня выкинуло. Стоп, не пуляем, отойдите. Блядь, долбоёб, а? Дауны тупые, блядь. Да кашный пет. Да какой пет, там приц вообще вроде дал. Это хурюк был вроде. Это Генша нахуй, без диса, который. Это Геншин. Хурюк сразу подлезем. Че, все, ложимся, да? Ой, на тебе диван. Ну, блядь, второй вайп ВК, ебануться нахуй, а.
Хеншинки до 4. Плащи! Зато боялись аваров, да, там всяких пвпшных, там магов не одетых, а тут вон какая хуйня. Да, ну Геншинг подвел, блин. Рабиство не жестко. А я шиплю на людей, которые возмущают. Я такой, как змея, так сказать, люблю пошипеть. Это не фронт, это шипение. Я тоже змея. Ну вот мы с тобой шипишь, оба змеи и будем шипеть. Да не шипите. Ой, нахуй, блядь, сейчас, блядь, сейчас, блядь, это, тихо, нахуй, не ты. Мы ставим джевса, чё, сломался? Не исполняйте хуйню, сейчас Геншин зайдет в дис, нахуй, и выйдет заново, блядь. Потом опять спулит, блядь. Да тут, нахуй, челик вылетел. Мы говорим, не пулить, не пулить, ты пуляешь. А, сори, ну, окей, тогда я не буду больше бить, потом кто-то не мешает. Тактику можно я тоже в дисе не буду сидеть, тактику знаю. Рарник, вставай, ну ёбаный покос, жри рыбу. Бля, рарник. Масла там мажем, лкашные фласки хотя бы на ДД выпейте, блядь. Чтобы это... Тут надо, блядь, залить этого босса, блядь. Он хил идет хороший. И смотрите, хилы, блядь. Это самое. Вам хилить надо только метки, нахуй. Людей не надо, ну, поднимать дохуя, нужно меньше им хп опускать. Вот только метка кинулась, сразу человека надо поднять. Имейте в виду, блядь. Вот два пала, вы две метки мгновенно можете поднять. Шоками там вообще пиздец, чудеса, блядь. Вот Мэтфокс и ДЦшник, и Бидон, они отвечают примерно за, ну, чуть меньше среднего хп рейда, чтобы было. Они кастуют АВЕшную хуйню. Ну и тоже, блядь, метки в первую очередь поднять. Метки тоже маги с глыбой скидывайте, палы баблом скидывайте в конце. Роги кошем скидывайте метку себе. Хилам сразу проще. Босс разъебывается легко. Сампрот или ДД? ДД давай. Хурюк. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Где там шар? Разбили? Нет, шар. Прием. Вот. Я жопой ставить должен, чтобы вы, блядь, били лучше, нахуй. Сейчас как в заморозке, блядь. Ну три жука, чё это за хуйня? Ну дайте ему стан. И быстрее их разъебывайте, но ну, они же разъебут сейчас танков. Бля, пиздец, вы не понимаете нихуя. Кто там проебался с контролей, нахуй? Ты же одного престола убрал. Ну как? А, ну так, а что, ты нахуй? Так Геншин, давай контроль, с какой стороны Вэлинс контролит? Нахуй надо, да, блядь? Смотрю, три жука идёт по хую. У одного разъебываем. Паладины бафа дайте. С какой стороны этот? Короче, смотри, с какой стороны он контролит, контроль с другой. Вон где с кружка идет моб, нахуй, никто не контролит. Ну прием, нахуй, вы совсем глухие, нахуй. Пизда, блядь. Он сейчас опять стаки настакает, блядь. Станы мобу дайте, блядь. Пиздец, ебать его в рот. От вас хуй что добьешься, вот. Просто вам это нахуй не надо и все, блядь. Паладины, кулак, каску, блядь. Все, моба разъебываем, того. Все, сейчас черепок поменялся. Все, беги. А слева. Первый шектор, иди давай. Там дальше. Слева. Остальные все сюда уходите, вот. Я сам по себе дам. Ну ладно. Там Мардаун, ой, этот, Мэтфокс. Вот Фокс, стой, сейчас тебе боб дадут. Не заходи, не заходи, не заходи. Он тупой, бля, нахуй, он не понимает. Фу, лох, бля. Этот, грипаните вот эту вот сферку ближе к этому кругу. Да, на ком там, ним. На ком там, блядь? Во, ага. Да, нахуй. Бомжи ебучие, блядь. Злобный ресы Мэтфокса. Вадик, Вадикон.
Ностальгия Ресы и Мэтфокса. Значит, этот Керу с Ресой на связи. Это танк, если что. Ну так, чисто для справки. И быстрее Реса его. На связи где? Хилить, фулбаф, веди мобов. С кружка почему моба никто не контролит до сих пор? Блять, Песа нахуй. Встань со стороны кружка и контроль моба дальнего от босса. Вот два моба только должны доходить. Все, отпускайте того моба, пускай идет. Вот, отпускай, пускай идет. Они когда когда вчетвером собираются, они это... Они быстро начинают бить, они танков шотнут. Быстро нужно моба залить для того, чтобы на танках успел скинуться дебаф. Все, заливайте моба. Все, 5% фаза. Еще жуки сейчас пачка будет. Вот пачка жуков. Давайте трэш убьем. Да, мы убиваем трэш. И одновременно босса переводим. Вот эти два бьем. Вот, спасибо, Песы контролят наконец-то. Все, теперь метки не проебите. Все, отпускайте. Песы, черкани по своему. И ведите, ведите танки, ведите. Перехватывайте. Все. Геру. Геру, конечно, хуярим. Ну, жук второй, нахуй. Ну, почему он там стоит-то, блядь? Ну, дамажните под нему. Сука. Это. Ну, как вам, блядь, объяснить еще, нахуй? Почему такая хуйня? Значит, этот. Вадикон, у тебя есть БР? Риса и Мэтфокса, да. Иннер ему зальешь. Быстрее жука этого разъебать. Стан ему. Еще одну пачку бьем, и потом уже будем босса зергать. Ну, то есть, просто жуков всех четырех контролим. Ну, почему четыре жука идет, блядь, к нам? Ну, они шотнут сейчас нас. Вот, вернули, спасибо. Два заливаем вот этих. Еще этих четыре жука мы заливаем. Прием, быстрее заливаем. Вот, два зальются сейчас. Все, подводим и того, и другого. Подводим. Подводи его под босса. Мы их заливаем. Ёбаный Мэтфокс, нахуй. Пизда, блядь. Вставай, нахуй. И себя захиль. Тебя за хиль, ёбаный. Омоложение, буйнрост кидай. Все, следующие жуки, фул контроль по ним. Просто даем фиры эти, ближние даем оковы. И, ну, дальние и ближние тоже фиряем. Рарник со звезды, холидринг с другой стороны. Давайте, расфернули. Ближних расфернули. Все, по боссу играем больше. Жука этого, ну ферните, что-то сделайте. Все, хуярим. Не знаю, может быть рано, может надо было еще бить. Ладно, пробуем. Дать низыбку. Да давай, похуй. Босса играем. Но если следующие жуки выйдут, я не знаю, там все контроллеры раздупляйте. Пиарим по боссу больше. И вот так, жук. Я его заберу. А, вихрь кинули. Хуярим два ляма, сильнее хуярим. Меньше хильте. Блять, да я заебался таунт в вихрь давать. Он же убьет хила так. Все, лям, быстрее дамажим. Жуков этих расфиряйте, расконтрольте. Быстрее приморозьте, что-то сделайте. Так, этому стан дал. 100 тысяч давайте разъебаем. Вот. Все, нехуй делать. А, нихуя нету. На следующем КД 50 на 50 идем. Да 50 на 50 можно. Надо это... Четко понимать, что вот, ну, если мы льем жуков, то мы их лить должны. А, ну, наверное, на следующий раз надо будет примерно, да, уже где-то после 5 лямов. То есть жуков бить на потоке. Тут до берсы дохуя времени, поэтому, ну, одна закупка, хули до берсы дохуя времени. 50 да, на 50 идем. Будем делать. Еще если никто не умрет, вот Мэтфокс вздыхал как бич. Себя, видать, не захиливал от метки. А куда идем? Сейчас посмотрим. В льду? Пойдем в льду, там ЕП. Пошли почилим в льду. Так, скорость, меткость, тапки. Я их когда-то на шипешника забирал. Отойду тогда. Есть 5 минут войд? Да, да. Сейчас я шмотки раскину. Ну куда сейчас? В льду. Я тогда зайду на приста. Ага. Так. На распыл, короче. Ремень. Так, что там с сундука? Там Т9, наверное, выпал.
Так, а я пойду на это, наверное. Сейчас я на вату переплюну. Надо сделать это. Скорее. Мимирона сделать. Что-то защитника три штуки аж наебать. А вы в ульде, пацаны? Сейчас пойдем. А вы только в ульду пойдете, да? Наверное, а может и нет. Что за вопросы? Да сейчас я зайду. Защитление, парирование. Кому-то в архиве. Да ЕП и это. Пригласи. ЕП нету за этот инст. А, нет, ну тогда вот просто пригласи. Так, сейчас это самое. Где ты, на присте? Да, приснул. Сейчас я портанусь.